Добрый вечер. В прямом эфире новости. В студии работает Кира Канеболоцкая. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. И коротко о главном. Коммунальный коллапс. В Ридере жители частного сектора трое суток остаются без воды. Как местные власти решают проблему? Не выдержал нагрузки. Трещины появились на автомобильном мосту в Атырау. Что стало причиной деформации переправы и нет ли угрозы безопасности? Диабет молодеет. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. С чем связан рост заболеваемости, об этом и многом другом уже через несколько секунд. За год жилые дома в Казахстане в среднем потребляют 270 киловатт-часов электроэнергии на 1 квадратный метр, в то время как международная норма в пределах 110-150. На проблему низкой энергоэффективности обратили внимание в Институте развития электроэнергетики и энергосбережения. При этом потребность в энергоресурсах в стране с каждым годом только растет. По данным мониторинга, основное потребление приходится на сферу промышленности. Ранее сообщалось, что к 2025 году энергоемкость ВВП Казахстана снизится не менее чем на 25%. Пока же этот показатель выше среднемировых. Эксперты говорят о необходимости рационального и эффективного расхода энергии, экономного водосбережения, отопления и освещения. Есть стандартные решения в энергосбережении. Это как замена автоматизированных тепловых пунктов или установка их. И световые решения, лампы освещения. Если их заменить на энергоэффективные и поставить это оборудование, то экономия при существующем потреблении составляет 30-40%. То есть 30-40% можно экономить просто за счет двух решений. Сокращая потребление, на несколько лет отложить дефицит в энергетике. В первую очередь мы провели энергетический аудит в нашей школе инженерных всех систем, теплоизоляция, теплоэнергосбережение, всех систем, которые затрачивают электроэнергию. Второй момент. Мы закупили электротовары, электроприборы энергосберегающие. Коммунальные услуги нашей школы гораздо сократились по сравнению с тем, что мы имели где-то в течение 4 лет до. Все зависит в первую очередь от сознания людей и элементарно от культуры энергосбережения. Казахстан проведет исследование влияния единого часового пояса на граждан. Инициатором выступило Министерство здравоохранения. Для этого планируется привлечь ведущие институты страны. Об этом в кулуарах Сената сегодня сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. По его словам, Минздрав уже подал заявку на проведение специального научного исследования. Теперь Высшей научно-технической комиссии предстоит провести заседание и уже затем вопрос вынесут на обсуждение. Сколько же средств потребуется для исследования, пока неизвестно. Глава ведомства пояснил, что сумма пока уточняется. Больше трех суток жители частного сектора города Ридера на востоке Казахстана остаются без воды. Система водоснабжения почти 2000 домов нарушена из-за погодных условий. Об этом сообщают представители местной власти. Перепады температур спровоцировали ледяные заторы на нулевой отметке Харигузовской ГЭС. Пока шугу размораживали, город переключили на запасной подземный водозабор, но его мощности не хватает. Коммунальный коллапс в Ридере увидел Вячеслав Ветлугин. Заморозки обнажили первые коммунальные проблемы в Ридере. При похолодании до минус 7 градусов и снегопадах образовалась шуга, наледь в бассейне Хариузовской ГЭС. С затором на гидроэлектростанции город на несколько суток остался без стабильной подачи холодного водоснабжения. Без воды остаются до 2000 домов в частном секторе. Вот так приходится наполнять, да? Да. Вот так вот наполнять. Ну, без воды сидим. Но... Другого выхода нету, да, никакого? Нету. Нету, поверьте. Это еще не первый рейс будет. К стабильным отключениям в зимний сезон жители Таежного Ридера оказались готовы. Горожане закупают канистры и емкости, черпают воду из уличных колонок. Ну, в основном здесь вот идет там, по центральной, по Кирову. Там я вчера с магазина шел, ну, с города. Там аж очередь стояла на колонку. Ну, здесь периодически такое бывает.
Аварии повторяются из года в год. В 2023-м из-за схода лавин в ущелье Громотуха. В этом году из-за шуги и морозов. Причем восстанавливать сложные системы водоснабжения приходится в ручном режиме с отогревом водораспределительных каналов. Это природное явление в связи с погодными... Природное явление в связи с погодными условиями, обильность снегопадов и с резким переходом на минусовой градус образовалась шуголедовая масса, и затор случился. Спасает резервный подземный водозабор, но и его мощности ограничены. Давления воды нет в новых микрорайонах и частном секторе. Местные жители говорят о необходимости дальнейшей модернизации, в том числе внутрирайонных водопроводов, чтобы хоть как-то снизить сезонную аварийность. Говорила, что нам сети нужно менять. Тут никого не обвинишь, потому что в любой момент, вот пришел момент, и у нас были порывы, которые, как говорится, не вовремя. Водопроводные сети Риддера растянуты почти на 200 километров. С 2020 года устаревшие водопроводы обновили на 40-50%. Сегодня коммунальная инфраструктура города с таежным климатом все еще нуждается в серьезной модернизации. Вячеслав Фетлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар. 5500 должностных лиц привлекли к ответственности за плохое состояние дорог в Казахстане. По данным МВД, с начала года провели более 38 тысяч обследований. В результате выявили 36 тысяч недостатков. С начала 2024 года по стране зарегистрировали свыше 22 тысяч ДТП. 2 тысячи человек погибли и больше 25 тысяч получили травмы. Основная причина аварии – превышение скорости. Всего на дорогах страны выявили больше 7 миллионов нарушений. Водительских прав лишили 25 тысяч казахстанцев. Большинство из них сели за руль в алкогольном опьянении. Как показывает анализ, основная причина дорожных аварий по-прежнему низкая дисциплина водителей. Этому способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей. В настоящее время принят ряд организационно-практических мер. Исключена самоподготовка водителей и онлайн-обучение. Работаем также над полным переходом на электронные свидетельства об окончании курсов обучения, что исключит подделку или их формальную выдачу без прохождения обучения. 274 должностных юридических лица оштрафовали в Павлодарской области за неудовлетворительное содержание автомобильных дорог. Виновники понесли наказание более чем на 10 миллионов тенге. По всем нарушениям павлодарские полицейские выдали около 1400 предписаний, в которых потребовали устранить имеющиеся недостатки. Как сообщили в областном департаменте полиции, с начала года в регионе обследовали более 25 тысяч километров автодорог общего пользования, где выявили порядка 3000 дефектов. Так, на основании акта обследования улично-дорожной сети и автомобильных дорог за 2024 год за невыполнение законных требований и предписаний, выданных органами государственного контроля, наказаны юридические лица. К примеру, за нарушение правил производства работ на дорогах, содержанию дорог и дорожных сооружений к административной ответственности привлечен павлодарский филиал «Кашсервис» на сумму 1 миллион 200 тысяч тенге. В Атырау на мосту через реку Жайык появилась трещина. В основном по нему проезжает грузовой автотранспорт, следующий через Казахстан и Россию в Европу. Его пропускная способность до 2000 автомобилей в сутки. Мост построили 30 лет назад. Длина переправы 300 метров, а ширина 10 метров. Из-за большой нагрузки мост начал деформироваться. В прошлом году специалисты городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог провели технический осмотр сооружения. Экспертиза показала, что опора моста целая, но в местах стыков дорожного покрытия появились трещины. На стыках деформационных швов в некоторых местах выскочила арматура. Сейчас мы их восстанавливаем за счет местной дорожно-строительной компании. Мост четырехполосный, поэтому закрыли только часть, где проводится ремонт. Движение транспорта не ограничено. С начала прошлого года в Алматы полностью или частично снесли 51 незаконное здание. Среди них бизнес-центры, рестораны, автосервисы, а также крупные жилые комплексы. Большинство этих объектов начали сносить, когда строительные работы уже были на стадии завершения. Почему так решили и как были выданы разрешительные документы на строительство этих зданий, разбирался Гафу Али.
Строительство этого объекта на проспекте Досток началось еще в 2005 году. Новый владелец долгостроя продолжил работу, несмотря на отсутствие авторского и технического надзора, и дополнительно установил на территории незаконные торговые объекты. В результате Медеевский районный суд на основании иска управления вынес решение о сносе здания. Специалисты отмечают, что в процессе строительства часто происходят отступления от выданных разрешительных документов. Например, в ходе возведения жилого комплекса «Мечта» выявили несколько нарушений. В ходе внеплановой проверки были выявлены отклонения от проектной документации. Например, вместо двух этажей было построено три, а также допущены значительные отклонения от установленных габаритов. Кроме того, целевое назначение данного земельного участка предусматривало строительство частного жилого дома. Однако во всех рекламных материалах объект обозначался как жилой комплекс. В Акимате отметили, что нарушение невозможно выявить на раннем этапе строительства. Согласно кодексу предпринимательства, специалисты управления градостроительного контроля не могут проводить проверки строительных объектов в любое время. На сегодняшний день управление градостроительного контроля города Алма-Аты лишено возможности беспрепятственно посещать объекты строительства. В результате все проверки сейчас проводятся исключительно на основании официальных жалоб. По словам экспертов строительной отрасли, незаконно возведенные здания чаще всего сносят, когда строительство уже находится на стадии завершения или близко к ней. Это приводит к значительным потерям и наносит вред окружающей среде. К тому же в окрестностях города нет полигона для захоронения тысяч тонн строительных отходов. Поэтому специалисты считают, что если здание построено с соблюдением стандартов безопасности, вместо сноса его целесообразнее использовать для общественных нужд. Допустим, у них нет разрешительных документов, но построены хорошо, и казница дает заключение о том, что здание качественно построено. Тогда у нарушителя это нужно изъять, каким-то образом там оштрафовать или еще что-то, или там заставить отдать это здание, ну, говорю, малоимущим или там общественным организациям, или, допустим, там половину здания. После сноса незаконного здания его владелец имеет право снова начать строительство на этом участке, но уже в рамках закона. Отметим, что все расходы за снос полностью покрываются за счет собственника. Гафуали, Сержан Жумабаев, Хабар, Алматы. Строительство школы в селе Есбул-Атырауской области растянулось на 3 года. Объект начали возводить еще в 2021 году, но подрядчик, ссылаясь на удорожание материалов, не стал завершать проект. Судебным решением его отстранили от строительства, теперь уже достраивать школу предстоит другой компании. Однако и теперь новые подрядчики считают, что бюджет, предусмотренный на строительство, надо пересчитать. Когда же ученики сядут за парты в новой школе, узнавали наши корреспонденты. В Есболском сельском округе проживает 5000 человек. В селе есть 3 школы, и только одна из них построена как образовательное учреждение. Одна из школ, где учатся дети, построена в 1936 году и находится в аварийном состоянии. Вторую разместили в здании детского сада на 140 мест. Когда откроют новую школу, мы хотим вернуть его прежнее назначение. В очереди на детсад у нас стоят несколько сотен малышей. Новое здание школы рассчитано на 320 мест. Первый подрядчик успел поставить только стены и закрыть часть крыши. Затем, сославшись на удорожание материалов, бросил работу. Судебным решением его отстранили от строительства. Но и после смены подрядчика работа продвигается медленно. Объект нам передали в июне. Корпус здания построили прежние подрядчики. Мы строим крышу, потом приступим к электромонтажным и сантехническим работам. Надеюсь, успеем до следующего учебного года. Чтобы достроить школу, требуется дополнительное финансирование. Необходимую сумму должны уточнить в бюджетной комиссии. А пока на объекте работают всего 8 человек. Дильназ Думанқызы, Арыстанбек Кенже, Айбек Байзаков, Атырауская область, Хабар. 144 лифта в многоэтажках Актобе работают с истекшим сроком эксплуатации. 13 из них нуждаются в срочной замене. Еще 7 и вовсе не работают. Из-за этого жители многоквартирных домов, особенно пожилые люди, испытывают массу неудобств. Они не могут элементарно выйти на улицу за продуктами или в аптеку. Когда технику заменят, узнавала Наталья Салькова. Зоя Сарева старается лишний раз не выходить на улицу. Больше года в 9-этажном доме, в котором она живет, не работает лифт. Каждый подъем и спуск с 7-го этажа дается 72-летней пенсионерке нелегко. Нога сломанная, вся больная, сердце, отдышка. Вот на прием надо идти, по неволе идешь, потому что надо. В магазин тоже внук, один внук со мной живет и дочка. Внук в школу бегает, не успевает со мной ходить. Здесь в основном пожилые люди живут. Мучаемся.
Этот дом в одном из спальных районов областного центра построили в 1981 году. Лифт в нем эксплуатировали больше 40 лет. В последнее время пользоваться подъемным механизмом было опасно, рассказывают жители. Они ездили на лифте на свой страх и риск, а прошлой осенью его закрыли. Я 25 лет живу, раньше пользовалась. Вот, а последнее время я запретила даже внукам заходить. Говорю, не вздумайте, потому что он гремел там. Где-то как-то у меня было такое, что остановился. Я застряла в лифте. Лифт старый, я не могу запустить, потому что ни одна организация не берет ответственность на него, чтобы его отремонтировать. Люди застревали, дети застревали, ноги прищемили, оставался между этажами. Дали мы заявку на модернизацию, вот год ждем. За последние 3 года в регионе заменили почти 100 лифтов. Средства на эти цели выделили из бюджета. Однако деньги эти возвратные. Платить за новое лифтовое оборудование жители будут в течение 7 лет. С 2021 года ОСПК Актобе заменил 93 лифтовых оборудований по городу и 3 лифта в области, то есть в городе Алга. Данная модернизация лифтовых оборудований была профинансирована Министерством финансов. Сумма составляет 2,2 миллиарда тенге. В следующем году на ремонт многоквартирных домов в рамках программы модернизации и замену лифтов планируют выделить 5 миллиардов 200 миллионов тенге. В регионе обещают заменить 138 подъемных механизмов. Наталья Салькова, Надин Молдабеков, Актобе, Хабар. В Карагандинской области реализовали 14 проектов в сфере теплоснабжения. В областном центре, в таких городах, как Балхаш, Сарань и Темиртау, построили и реконструировали 17 километров магистральных тепловых сетей. Из бюджета на эти цели выделили 31,5 миллиарда тенге. За счет таких масштабных проектов в городах Карагандинской области улучшит качество подаваемого тепла. Какие еще есть плюсы и насколько снизится износ сетей, выясняла Лиана Жемлиханова. Общая протяженность тепловых сетей в Карагандинской области составляет чуть больше 1120 километров. Для того, чтобы снизить их износ, в Караганде, Темиртау, Балхаше и Саране реализовали 14 проектов. Там построили и реконструировали 17 километров магистральных сетей. За счет реализации проекта в области планируется снизить износ сетей до 64%. Для тепловых сетей снижение износа на 2-3% износ сетей и снизит нагрузки на основных магистральных тепловых сетях. То есть позволит более лучше работать тепловых сетей. Одним из масштабных проектов в Караганде стало строительство 3-го тепловывода. В этом году проложили 7 километров сетей и построили 4 насосных станции. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Этот проект позволит сократить дефицит энергии и обеспечить теплом более 1 миллиона квадратных метров нового жилья. А это более 20 тысяч квартир. В целом в Караганде провели реконструкцию 3 основных магистральных сетей. Реконструкция данных сетей позволяет, в первую очередь, провести модернизацию сетей, обеспечить качественное теплоснабжение населения города Караганды. И самое главное, это безаварийная эксплуатация в период отопительного сезона. На проект по строительству реконструкции тепловых магистральных сетей выделили 31 миллиард 500 миллионов тенге. Лиана Жамлиханова, Сайлау Игликов, Зарина Зулпыхар, Караганда, Хабар. Сегодня стало известно о задержании главы благотворительного фонда «Перизат Кайрат». Ее подозревают в хищении 1,5 миллиарда тенге. Деньги собирались якобы пострадавшим от весенних паводков. Об этом сообщили в агентстве по финмониторингу. По данным следствия, на собранные средства задержанная покупала элитное авто и недвижимость. Ситуацию у себя на странице в Фейсбуке прокомментировала министр культуры и информации Аида Балаева. Громкое расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда «Перизат Кайрат» еще раз напоминает нам о необходимости совершенствования механизмов оказания благотворительной помощи. В Казахстане активно развиваются волонтерство и благотворительность, однако это также создает благодатную почву для деятельности всякого рода мошенников и аферистов. Поэтому призываю всех казахстанцев внимательно изучать операторов благотворительной помощи и работать только с проверенными и надежными партнерами. В Министерстве обороны объяснили ситуацию с уклонистами. Осенний призыв в Казахстане начался в сентябре и продлится до конца декабря. Призывы подлежат 20 тысяч новобранцев, однако служить хотят не все. В соцсетях можно увидеть видеоролики, где молодых людей якобы насильно забирают в армию. При этом, как отметили в ведомстве, призывная кампания ведется строго в рамках закона, который обязывает каждого гражданина Казахстана в возрасте от 18 до 28 лет пройти службу, если у него нет законных оснований для отсрочки или освобождения. А
За уклонение или отказ от несения воинской службы предусмотрен штраф и ограничение свободы. Сейчас в парламенте рассматривается законопроект, согласно которому повестки будут приходить не в бумажном виде, а в виде СМС-уведомлений от электронного правительства. Мы никого не заставляем. Есть не только уклонисты, но и те, кто сам желает служить в армии. Но многие потом меняют свою позицию после прохождения двухнедельного адаптационного периода. Обобщать и утверждать, что вся молодежь против службы, нельзя. В Казахстане растет число социальных предпринимателей. На данный момент в реестре насчитывается 800 субъектов. Об этом сообщил президент Ассоциации социальных инноваторов Эмин Аскеров на Курултае социального предпринимательства. Он собрал 900 участников со всего Казахстана. Основная концепция бизнеса в этой отрасли приходится на Астану, где зарегистрировано 184 субъекта. За ней следует Алматы и Западно-Казахстанская область. По словам предпринимателей, подобные организации ориентированы на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Отмечу, что соцпроекты государства поддерживает льготным кредитованием, грантами и налоговыми послаблениями. Самые ключевые проблемы – это безработица среди социально уязвимых категорий, вопросы инклюзивного, медицинского, экологического характера. Поэтому львиная доля социальных предпринимателей вообще решает вопрос занятости социально уязвимых категорий. По поддержке государства, вот дому, я взяла кредит. Получается, вот в кафе я ввела обучение для именно категории СУСН, мамочек, для мамочек особенных детей, для мамочек, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Вот хочу их обучить, сделать какой-то продукт, чтобы от покупки до реализации этого продукта сопровождать их, помогать им в этом. В Алматы накануне Дня национальной валюты Казахстана тенге открылась выставка банкнот, а также инвестиционных и коллекционных монет. Экспозиция сформирована Национальным банком республики. Ее главной частью стала сакская серия. Это новый дизайн бумажных денег. В настоящее время серия находится в разработке, а купюры номиналом 5 и 10 тысяч тенге уже выпущены в обращение. Как отметили организаторы выставки, ее главная цель – популяризация культурных ценностей и истории Казахстана. Подробности расскажет наш корреспондент Григорий Беденко. В этом году тенге исполняется 31 год. Этой дате посвящена выставка, которая открылась сегодня в Алматы. Экспозиция разделена на две части. Первая посвящена истории бумажных денег, вторая – монетам. Особый акцент сделан на новую серию банкнот – сакский стиль. Сакский стиль отражает глубину нашей истории. Сакский стиль – это первое тысячелетие до нашей эры. Это подтверждение тому, что многие наши традиции, искусство, прикладное искусство, берут истоки как раз с того периода. Как отметил главный дизайнер Нацбанка Санжар Нуркасимов, при формировании нового облика тенге изучались работы таких выдающихся казахстанских ученых, как Кемаль Акишев и Виктор Зайберт. На выставке можно ознакомиться не только с изображениями на купюрах, но и рассмотреть защитные элементы, которые использованы при изготовлении банкнот. Серия состоит из 6 купюр с оригинальным дизайном от 500 до 20 тысяч тенге. Новая серия «Сакский стиль». Первая банкнота была выпущена 25 декабря 2023 года номиналом 5 тысяч тенге. В середине 2024 года была выпущена банкнота номиналом 10 тысяч тенге. В целом планируется поэтапный выпуск банкнот оставшихся номиналов в течение ближайших 2 лет. На выставке также представлены коллекционные монеты Нацбанка, как выпуски прошлых лет, так и те, которые сейчас есть в наличии. Они доступны для покупки на официальном интернет-магазине Национального банка. Выставка продлится до 22 ноября. Григорий Беденко, Кенже Амраев, Хабар, Алматы. Тему национальной валюты поднимают сегодня и в ток-шоу «Итоги». Мой коллега Сергей Гергель вместе с гостями в студии рассуждает на тему эволюции тенге и как финтех меняет нашу с вами жизнь. Не пропустите сразу после выпуска новостей. Сегодня Всемирный день борьбы с сахарным диабетом в Казахстане. Насчитывает более 500 тысяч пациентов с этим недугом. Статистика показывает постоянный рост этого заболевания в стране, так и в мире. Кроме того, диабет стремительно молодеет. Какие меры по борьбе с болезнью предлагают отечественные медики, узнавал Ратмир Убакир. По прогнозам ВОЗ, через 20 лет количество больных с сахарным диабетом в мире может увеличиться вдвое. Это 800 миллионов больных. Недуг уже называют эпидемией 21 века. Причины современные – генетика, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. В Казахстане с этим диагнозом официально живет более 500 000 человек. И еще столько же, вероятно, просто еще не знают, что больны.
Сахарный диабет можно предотвратить, если выявить на стадии преддиабета. То есть это период, когда в организме идет нарушение углеводного обмена, при котором повышается уровень сахара в крови. Показатели уже превышают норму, но еще не настолько высокие, чтобы можно было говорить о развитии сахарного диабета. Необходимо лишь вовремя проходить обследование. Среди казахстанцев распространен второй тип сахарного диабета. Чаще всего им болеют люди старше 40 лет. Но в последние годы медики отмечают рост заболеваемости такой формы диабета у совсем молодых. Детей и подростков у нас зарегистрировано порядка 6500. Так, и что, в общем-то, настораживает, то рост второго типа диабета. То есть это вариант диабета взрослых у детей. И очень важный момент – это повышение осведомленности населения. Если говорить об успехах за последние годы, наши пациенты обеспечены современными лекарственными препаратами. За последние 10 лет мы, в общем-то, добились того, что у детей и подростков с первым типом диабета мы не встречаем тех тяжелых осложнений, которые ранее встречались. Лекарства и препараты пациентам в нашей стране вне зависимости от возраста предоставляют бесплатно. На это ежегодно из бюджета выделяется порядка 45 миллиардов тенге. В Минздраве сейчас разрабатывается новая модель амбулаторно-лекарственного обеспечения. Необходимо также решить вопрос кадрового дефицита. Нехватка обученных современным технологиям ведения диабета специалистов, потому что сахарный диабет первого типа становится все более технологичным и нужны врачи, которые разбираются в системах непрерывного мониторинга глюкозы. А что касается социальных проблем, то это, ну, вот как я уже сказал, это система установления социального статуса ребенка с инвалидностью, это дошкольное образование, отсутствие, точнее, дошкольного образования, это настойчивые рекомендации организации образования, школьного образования о переводе на домашнее обучение. В Казахстане хорошо развита система скрининга, способствующего высокой выявляемости заболевания. Есть у нас и эффективная хирургия диабета. Если в 2011 году количество бариатрических операций исчислялось десятками, то сегодня в год казахстанские хирурги делают около 1000 таких операций. Однако, как отмечают врачи, потребность в них гораздо выше. Ратмир Обакир, Саят Рамазанов, Хабар. Открытые уроки на тему «Таза Казахстан» прошли в школах области Улытау. В ходе квест-игры школьники выполняли различные задания, как заниматься охраной окружающей среды и сортировать мусор. В регионе в акции «Таза Казахстан» участие приняли 150 тысяч человек. Перед детьми выступили экологи и представители коммунальных служб.